А я буду снимать. У Лёхи зацеп. Зацеп бешеный. И охота. И что? Хороший какой-то зацеп. Качественный. Воу-воу-воу-воу. На меня похоже. Сильный гад. О, щука. Щука? Я не понял, что это было. Это, по-моему, щука что-то светленькая какая-то. Бревнышко лежит. Слушай, Лёх, ну уже 5 минут ты с ней воюешь.
Мне уже аж интересно, что там. Лёхина десяточка, ты чё? Я... Да, вот это красотка! Сейчас. Слушай, ну... Бля, братан, а он, по-моему... Ой, тоже, смотри. Смотри, тоже. Подожди. Принести или с собой? Не, не принести. На сумке висят на моей. Ты ее не отпускай. Да, что нам с ней делать? Пустим сейчас. Весить. И весы, Миш. Ой, ты моя хорошая. Ты посмотри. Вот это красотка. Обалдеть! Ванька! Опа. Я таких щук даже в магазине не видел! В натуре! Во! Смотри прямо на меня! Слушай, ну у нее хвост, как у тебя рука только. Братан, руки вибрируют, да, у тебя немного? Я вижу. Хорошо, Сева. Зря я этот крючок ругал. Ладно, но шестерка точно будет легкая. Бля, череп. Только подожди, бля. Дай, рука влезет. Куда рука влезет? Как ее это? Нет, блядь, все. Блядь, так. За череп смело. Да? Пальцев не хватает. Натуре? Во-во-во, тихо. Ну, может. Лёха, заноси её сюда. И за жабу. Запишите. 7,60 что-то там. Да. Слушай, а ну-ка размер, что, ну поставь 7,700 полу. По пояс тебе. 7,700.